have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Пойдем мы с вами сегодня в Ragdoll Universe. Давненько мы здесь не были. Ура! Ура! Поехали. Ура! Я разобью кому-нибудь хлебальник. Ай, блин, на пушку можно-то на выходе. Опа, о, а тут слабачки, есть, тут есть такое. Я нашел колонизацию, в смысле канализацию. Как нализался я? О, дроп. Чизбургер. Меня убить хотят. И... Офигли, а как из этого стрелять-то? Хочу убить Крисен Бейла. Чем тебе Кристиан Белл-то не угодил? Плохой человек. Не стреляй! А, свои, свои! Ты, блин! Friendly fire, блин! Ну, ясно, кот, как всегда. С ножом. С нож. Нет, нет, пожалуйста! Нет, я хочу сохранить эту пушку. Эй, нет! Нет! Если тебя убили, то все. А, да? А, тут да, тут так? Потому тут со щитом было. Да не трогай ты меня, блин. Так, где же Фрум? Вот Фрум. Фрум одет лисичкой. Бедный Фрум. Да чтоб ты, да. Да мне попался, короче, фишка в том, что мне попался золотой лут, из него каких-то две пушки. Они, скорее всего, офигенные, но я их в первый раз вижу, я без понятия, как этим пользоваться. Я провтыкал очень много, так что... Ты посмотри, как Слак хорошо играет. Да я вижу, его носит, блин, как сыр по сковородке, туда-сюда. Как сыр по сковородке? Ну это ж как Fortnite, вы что, тут это... В Fortnite так же было. Чувак, это раз в 10 круче Fortnite. Типа, круче, конечно. О, он звонит, сдохнет. Тут больше видов а оружия, что? Тут веселее. Тут нет сраной стройки. О, это зона, что ли? О, до свидания, растаял. Хавать! Это еще хит-чит? Вот этой штуки раньше... Ой, победа, молодец. Как ты победил? Легчайше. Скиллом. Там я выше тебя по рейтингу, проиграл. Так что все, забей. Он просто играть не умеет, там надо. Смотри, я сделаю сальто. Ой, я розовый. Поймите, в эту игру нужно уметь играть. Я с этим, я согласен. О, да. Смотрите на меня, я сейчас сделаю катку в это, сейчас сделаю вот, флип-катку. Флип. Смотри. Уи! Хоп. Короче, ура! Тут добавили щита. Щита тут раньше не было. Раньше была чистая хпшка. Так, не, ну... я прыгну в какое-то укромное местечко. Так, это дезматч, можно умирать. Разрешаю. Да. Это не элиминейшн. Поэтому и пушек здесь особо крутых не будет. Да, блин, мне бы хоть какую-то найти было прям хорошо. Меня закрыли в перме. Нет! Нет! Чуть блевоту не упал. Да что? А, что? Я оглушен, я рад. Стой, Слак, я Купидон, да, я тебе улюблю кого-то. Спасибо, не надо. Блин, я не понимаю, у меня пинг в Роблоксе, что ли? А я почему? Играть буду или где? Блин, что за... А, не, у меня реально пинг в Роблоксе, а почему? Не, ща, надо фиксить. А, дай... Отдай пушку. Я вылетел, наверное. А, нет, я не вылетел, ты я не даже вылетел, живой. Ты здесь, вот, круто. Фига, я только что провода передернул так-то. Где моя пушка? Ой. Не надо передергивать на провода. Как же это плохо а... звучало. Я хотел сказать то, что я провода переставил с интернетом. Ну, правильно. Почему я сказал то, что я их передернул? Такой язык, ничего не поделаешь. Зато проводам хорошо.
Безусловно. Бегите! Глупцы. У меня 16 хп. Military rifle. Блин, такая у меня пушка была хорошая, но... Меня так бездарно слили. Бездарность. Это я. Да, я знаю. Ой! Я только приземлился, ты меня уже убил почти. Нет, чел, просто я иду со взрывной бочкой. Это как... ко мне поворачиваешься. Как вот. Же я люблю хлебальники людям с дробовика на сиденье. Так есть разлетаются. Такое, да. Ах ты флаг. А вот теперь мы поговорим про игру. Вот и я кого-то убиваю. Ой, я убил. 16 хп хожу, людей как, режу. Как не перекатываться, как перекатываться? На Ви. Обойдешься. Спасибо. Нет! Меня просто кинули. Так, давайте. Респаун. Что у вас тут за Армагеддес творится? Блин, тут это не работает. Ты офигел! Ты еще раз офигел! Вот это тут рвануло. Ой, я кого-то сжег, не сжег. Турк. Турк. Бейник. Шутка что. Чё ты его туркаешь-то? Ай, блин, я только приземлился. Это 1, 2, 3. Это бро. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Это йоу, это кодекс пацана. О, я кока-колу могу взять. Колю-колю? Ну давай. Ого, смотри, какая у меня кола-кола. Где ты? Бра. Бра. Так, ну чё, типа следующая карточка, поехали. А, да? Я в магазин стою. Не надо меня в воду. Так, один должен влюбиться в другого. Пустыня, так, Фром, значит, у тебя, да? Сейчас, у тебя девушка будет. Не надо, у меня уже есть. Все, Фром, теперь у тебя есть девушка. Я усоединил лузами. А, ну, Фрум, сорян, я по твоей девушке сейчас этой. Это что, как лайфлайн будет? Оно сдохнет, если... Ай. Ха-ха, походу. Ну, меня убили раньше, так что твой план провалился с хрустом. Ой, я нашел замок. Блин, что с моим аимом? Когда он стал таким плохим? Его нету. То, что мертво, умереть не может. Какой ч... Так, нужны золотые пушки, тогда будет весело-весело. Так, Фрум, я тебя соединил. Так, чизбургер — это хилочки, это хорошо. У меня джетпак. Джо-джетпак. Я слага убил, вот он лох. У меня хашпапи. Привет. Я считаю, то, что у кота нужно отобрать его реактивный ранец, чтобы он не втыкал. Это ты просто летать не умеешь. Да там чувак внизу, ты, блин, придурочный. Ах, или ты... где? Или... Придурочный или где? Вот кто ты. О, ну, разок. Конечно, дай, кто-то дай, другой дай, заберет. Это я. Хорош. Ёлки-палки, палки, ёлки. На, наконец-то меня убили, ну ладно. Хочу в пирамиду. Вау, вау. Мне какого-то шлака понадавали, я очень радуюсь этому. О, тут кто-то забрал мой джетпак, надо бы его отобрать.
О, сколько эта ППшка будет у меня сейчас, посмотрим. Можно меня перестануть с этим шлаком кидать? Я не в War Thunder, чтобы меня всякие шлаки убивали. Да! Нет, ранец закончился. Драник закончился. О, так, стоп. Блин, куда же это? Ай, что? Такая крыса просто в пирамиде сидит, я сейчас кулаками забью. Я тебе серьезно говорю, он внизу сидит. Я только пытаюсь его достать, ко мне подбегают всякие, начинают меня мочить. Обидно. Обидно то, что такая тварь еще не сдохла. О, Висвар, стой. Да отвали ты от меня! Я хоть кого-то убью сегодня. Где ты? Мне... Хватит летать, иди сюда. Отвали от меня, погонь. Я не стану тебя так называть, ты плохой человек. Ты погонь. Сам такой? А, пока я покупал черри, блин. Мяу-мяу. Минус два! Красиво, вот так красиво. Офигеть, двойные пистолеты такие. Это щит? Тут есть щит? Да, тут двойные пистолеты офигенные, кстати, они тут хорошо сделаны. У меня нету двух ног и одной руки, ребят. А у тебя до сих пор есть чем стрелять, назовем это ничьей. Инвалид ты. Я еще в капкан попался. Для чего тебе нужна последняя нога? Попасть в капкан. Последнее еще в своей жизни. Последнее, что я успел сделать в своей жизни, это попасть в капкан. Мне просто... То ли я тотально разучился играть, то ли мне тотально не везет. Это просто сейчас какой-то трындец. Не знаю, у меня лично огромный пинг вот конкретно в этом режиме. Я не знаю, почему. О, я кого-то убил. У чувака осталось последнее КП просто. Сколько же я тут людей убил? Кстати, пинг, да, присутствует. Именно вот в этом режиме. У меня вообще в остальных режимах все прям прекрасно было. О, поражение. О, офигеть, это как это ты так смог-то? А он просто постоянно ходит, крысит. Видимо, да. Подвозник. Нет, нет. Давайте еще одну карточку. Нет. Ты не так это понял. Да, ты играть не умеешь. Вы не так понимаете. Ты что-то пока мог просто... У меня 3000 есть. У меня 4500. А у меня три. Fair enough. Ту-ду-ду-дун. Нужно успеть на катку. Castle. New castle. Так, в этом режиме это сейчас последняя каточка, да? Ну, видимо, да. Ох. Надо себя реализовать. Ну или что-то типа того. А-а-а, попался в капкан. Поймался в мою ловушку. Чуваки, я молоко подобрал, вы чё? Зачем тебе молоко? О, молоко, кстати, хилит здорово. Ну, бронь. Ха! Ой, я тоже умер. Жесть, револьвер, прикольная шняга. Я не успел его попробовать, ты меня убил. О, нет, это та самая ваншотная граната, беги. Так, чуваки, у меня тут серия по Майнкрафту, токсичная бомба. Да чтоб тебя! Так, токсичная бомба. Где золотой лут? Я могу. Золотой лут тебе? Что меня убило, я не понимаю. О-о-о. Твоя совесть? У меня вообще чел... Да, меня воздух убил. Ну нет, совесть. Ну, в самом деле, что может убить? Чертов Армагеддон. Так, ладно. Блин, вот хп здесь в этом режиме мало чего-то. Реально не хватает. Я там говорил, что тут нет строительства. Окей, я передумал. Ох! Трипл килл. Ёпер СТ!
У чувака вообще... Опять крыса внизу сидит, вот это вот. У него там куча пушек, аптечки, тот все то. Офигеть. Все, я сейчас приду с тобой, скотина. Меня крыса убила какая-то, чтоб ты сдох. Я серьезно говорю, там внизу сидит придурок. Я думаю, ему гранату надо закинуть. Я попытался к нему сейчас пронести бочку, но меня успел взорвать. Я бы... Я, нет, серьезно, я бы сейчас с ним разобрался, но там постоянно наверху тусят люди и не понимают, что я не к ним пришел. Я его на скилле вынес. Ладно, еще пока не вынес, мы все еще продолжаем стреляться. Вот теперь вынес. Вот уходи. Вот это, все нормально. Ой, вот это неплохая пушка. Ага, я стал. Отлично. Нормально, нормально, я тебе помог. Давай туда же. Давай мы будем крысами. Сейчас. Ой, джетпак, да? А как им пользоваться? Понятно. Да, хорош. Все, я готов. Я занял позицию. Да, ты внизу? Да. У меня две самых лучших пушки в игре. Вот. Ты чего наделал? Я его заморозил. У меня огромная турель, чувак. Ага. Справедливо. И скаф от пистол. Блин, тут где-то снайперка была. Выбирай. Я вообще с пистолетом. Я возьму вот это. Что за... Ой, тебя убил! Чувак, у меня пистолет из гамода, который делает миллион выстрелов за один. Че там внизу только что произошло? Залетел какой-то чувак на щите и всех выровнял. Тут умерли все. Все умерли. Почему есть внизу какая-то ахинея происходит? Я людей кулаками просто забиваю. Ну, я считаю то, что, в принципе, код аутиста кусок, я не знаю. Ахаха, ты просто не можешь меня убить, скилл Иисусе. Ну, смотри, начнем с того, что бива чела, который только что приземлился, ну, кринж, ты погонь какая-то. Чувак, у меня мистическая пушка. Мне насрать. У меня кулаки. У тебя полный скилл Иисусе, понял? Ну давай. Нет, это мой мистический пистолет. О, это ты на джетпаке, да? Ха-ха, муха. Кот, это ты на джетпаке? Нет. Но все равно подобью, потому что там какой-то лупска, я не понял какой. Это не я на джетпаке. Фрум, ты на джетпаке? Нет, я в подземелье. А, ну все, хана коту тогда. Первое место. Блин, я на четвертом месте. Да, это он на джетпаке. Ах, ты ж мелкий, блин. Ладно, ребятушки, на этом разочаровании мы будем заканчивать эту серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.